Ваш рапорт дворцовому коменданту был эмоционален. Вам что, Распутин показался опасным? Вы увидели в нем угрозу терроризма? Нет, это был просто обычный порядок. Докладывать о всех незапланированных визитах. Да из чего бы это? Распутин был принят во всех домах высшего света и произвел такое впечатление на ее величество, что нас завтра же был представлен государю. Вам, ваше императорское величество, великий талант, да. У вас ум живой. И каждое слово ваше в сердце русском отзывается. Вот как вами сказано было как-то. Вот видишь, Ники, великая княгиня Милица Черногорская за тобой каждое слово записывает. А вот, духовному взору моему ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Россия. Верная своим историческим заветам, счастливая любовью своих благодарных сынов и гордая, беззаветной преданности престола. Как сказано, великий ум государя – залог благополучия империи. Где ёкнуло? Здесь я или тут? Здесь. Вот Коля будешь делать для России, спрашивай сердце. Сердце ума верни. Что ж, убедительно. Идем беседовать. Хочу расспросить тебя. Ну, не плакай, маленький. Хотел говорить с тобой. Я видел, какое впечатление ты оказал на государыню. Мне кажется, ты мог бы ей помочь. Нам всем. Наши друзья считают, что императрица склонна к мистицизму. У царицы ум, дай бог, каждому. И верит она истово. А вот душа у нее хрупка. Поберечь бы ее надо. А ты мог бы ее поддержать. Я бы устроил тебя где-нибудь поблизости. Я везде за вас молюсь. А вот когда будет страшный случай, тогда и позовете. Страшный случай. Ступай, отец Григорий. Позови мне Анну. Сказали ему? Он знает? Я не могла ничего сказать. Это государственная тайна. Он странно сказал. Страшный случай. Ему не нужно ничего говорить. Он все знает. Бэйби. Хорошо ли за ним присматривают? Так хорошо, как только это возможно. Анна Александровна, как бы не влетело мне, вот это уже строжайше запрещено. Ну ты доволен сегодня получил, голубчик. Так что не бурчи. Так. Господин Свитан, перед вами самые могущественные враги революции. Если верить газетам, вам должно быть смешно, какие мы теперь жалкие. Ну что вы, напротив. Я вижу перед собой людей, не сломавшихся в ситуации, которую для себя и представить не могу. Если позволите, перейдем к делу. Поговорим о страшном случае. Алекс, Аня везет его. Он сейчас будет здесь. Вся эта ненависть, вся эта желчь, эти насмешки, проклятия. Ники. Это они его убивают. Я проклята, Ники. Я виновата. От меня у него больная кровь. Из нашего сына уходит жизнь. Вся наша вера, вся наша любовь ничего не стоит. Ники. Его привезут. И он вылечит нашего сына. Ваше Величество. Оставьте его со мной. Беды не будет. Посмотри-ка на боженьку. Видишь, какие у него раночки. Он одно время терпел, а потом так стал силен и всему помощь. Так и ты, мой дорогой, будешь сильным. И вместе с тобой будем жить и радоваться. Господи, спасибо. Все пройдет у него. Господь помог. И слава ему. Спасибо, Бог. На улице помоги. Господи. Мне кажется очевидным, что императрица не понимала природу влияния Распутина на здоровье наследника. Объясняла ее высшими небесными силами, особым божественным даром. Против этого решительно выступал премьер-министр Столыпин и даже имел в этой связи неприятный разговор с императором. Вы сами составили? Ваше Величество, Записка о безобразном поведении старца Распутина составлена по моей просьбе начальником корпуса жандармов. Значит, полиция следит за старцем? Да, следит. По моему указанию, государь. Немедленно отменить по моему указанию. В моих глазах эта записка не более, чем попытка очернить человека, которому я благоволю. Это не так, Ваше Величество. Видите ли, позвольте я объясню. Как Наташа, Петр Аркадьевич. Наташа, она лучше, но не ходит. Доктора настаивают на ампутации обеих ног, но я против. Я верю в возможность исцеления. Ваше Величество, я сердечно тронут вашей заботой. Однако мне все же хотелось бы доложить вам… Петр Аркадьевич, доклад подождет. Ответьте мне, если бы вы наверняка знали, что пострадает ваша семья, что после взрыва на вашей даче невредимы останетесь только вы один, вы бы делали то, что делаете? Ваше Величество, это сложный вопрос. Вопрос простой. И ответ простой. Да или нет? Да. Да, разумеется, да. Если на чаше весов благополучие государства российского… А на другой – ваши дети, здоровье их и своя жизнь, то… То долг мой – выбрать родину. Спасибо, Петр Аркадьевич. Иного ответа я от вас не ожидал. У меня к вам просьба. Познакомьтесь с Распутиным ради государства российского. Возможно, вы измените о нем мнение. И совет. Пригласите его домой. Пусть он осмотрит вашу Наташу. Ведь его способности как целителя неоспоримы. Хорошо, государь, я пошлю ему приглашение. Благодарю вас. А теперь вернемся к делам государственным. После исцеления император стал благоволить Распутину. И это вызвало резкую реакцию Столыпина. А мог ли Распутин иметь какое-либо отношение к убийству Петра Аркадьевича Столыпина? Господь с вами. Это похоже на бред, Генрих Иванович. Ой, нехорошо это, Григорий Ефимович. Я говорю, легче полено грызть, чем с царями разговаривать. Не слышит. Я же им не свои слова говорю, а то, что изнутра кричит. Ногу натер, елкин корень. Не доверяет государь Столыпину, побаивается его. Зачем защищаешь? Да царю только такие люди нужны государственные, а не варьё всякое, какого бояться нечего. Не пристало царю бояться. Ничего. Если сам царь боится, врагам еще страшнее. А Столыпин знает, что делает. Малой кровью большой не допускает. Правильно. А мы его грехи замолим. Ничего. Тише тяни, мозоль там. А с царями говорить, камни ворочать. Уйди, Наташа. Хватит тут слушать. Сама я. Матушку я не видел ночью. Как она? Плоха. Кошмары ее мучат. Вот сегодня шли по парку, вдруг нищенка навстречу. Откуда взялась? Увидела государыню и на колени. Матушка велела кошелек ей отдать. А та прям с колена говорит: тяжела твоя доля. Матушка не расслышала, мы отошли, она спрашивает, мол, что она сказала. Но я не стала расстраивать ее, говорю, но сказала, что молиться будет за Божью милость. А матушка говорит… А мне послышалось, будто она сказала, что я в Божьей милости нуждаюсь более нее. А ты в чьей милости нуждаешься? Вашей. Интересно, кому вы сейчас понадобились? Кому? Столыпину. Просит вас сделать честь ему. Пожаловать на ужин. Сообщить о времени визита. Сейчас поеду. Звони. Неудобно это. Неудобно это, я вот ногу натер. Ничего, босым поеду. Пусть попробует не принять. Оп. Звони. Ах ты, паразит ты такой! Сударыня, позвольте мне один цветок. Да, пожалуйста. Спасибо. Благодарю вас, сударь. Извините. Васька, не жалей. Здравствуйте, господин Свитан. Здравствуйте, Наталья Петровна. Благодарю. А почему вы решили, что это именно я? Да, это было нелегко. За последние недели у нас ни одного посетителя, за исключением двух пьяных матросов, и того, которые не прошли дальше прихожей. Так что путем сложных подсчетов, после вашего любезного предупреждения по телефону, я поняла, что это вы и есть. Читаете Конан Дойля? Как иначе. А о карьере следователя не задумались? Вообразите, дочь Петра Столыпина. Да вы бы одной фамилией наводили бы ужас у преступников. Пока что нам этих ужасов хватает. За последнее время 6 налетов. Почему-то люди уверены, что отец хранил в своих подвалах сундуки с золотыми слитками. Папа не хотел встречаться с Распутиным. Мама была в ужасе. Я просила не оставлять его со мной. Моляла запереть няню на 2 ключа. Все, что мы знали о нем, тогда было связано с чудовищным развратом. Что вы почувствовали, когда впервые увидели его? Я очень испугалась. Хорошо, небось, во дворце ты жить. Это по распоряжению государя. Для безопасности моей и моей семьи. Пойдемте. За жизнь боишься? А говорил, не запугайте. За себя не боюсь. А за чего боишься? За дела начатые. И пока не закончены. Ты хороший. Что ж получается, Григорий Ефимович? Выходит, вы за меня? Я-то за тебя. Да ты против меня. Да то не важно. С дворца съезжай. Плохо тебе тут. Ну что? К дочке веди. Как было, ты помнишь? Но не боись. Расскажи мне, как сказочку. Я люблю сказочки-то. А я и не боюсь. Меня из дома взрывом выбросило. Попала лошадям под ноги. А они на дыбы. По ногам мне копытами. Злейся на ножки-то. Не ходит. Лошадей ругаш потоптали. И тех с бомбой проклинаешь, небось. Проклинаю. Всем сердцем. Но не за ножки. А за папу. Пока проклинаешь, ходить не сможешь. Простейше пойдешь. Вот и моя сказочка. Жил-был один человек. И вот как-то решил, будто плохо он живет. Другие живут хорошо, а он плохо. Но он пошел Богу жалиться. Спаситель говорит: крест мой больно велик и тяжел. У других-то поменьше да полегче. Хорошо, отвечает Господь. Иди вон в амбар и выбери себе новый. Ну, тот давай искать да примерять. Весь день, всю ночь провозился. А вот под утро у самых дверей увидел крест подходящий. Дозволь, говорит, Господи, этот вот возьму. Бери, отвечает Господь. Только это твой собственный крест. Ты вот здесь его и оставил. Отец Григорий. Тихо, тихо, тихо. Пойдет твоя Наташа. Скоро пойдет. Молитесь Богу чаще. Он с вами. Наконец-то! Стой! Стой! Кому говорят? Стой! Наташа просит снять лупки с ног. Видишь как? Живой же ты человек. Убьют тебя. И меня за тобой. Когда? Еще поживем. А лупки-то сами. Поехали. Трогай! Ну, пошли! Талант, Генрих Иванович. Не приму, спасибо. Почему? Не люблю на себя смотреть. И в зеркало стараюсь реже. Знаете, я очень похожа на своего отца. Везде мне мерещится его лицо. Я очень скучаю. Они еще виделись? Папа и Распутин? Не знаю. Мне это неизвестно. Папа послал ему записку, когда я встала и пошла. Насколько я знаю, там было лишь одно слово. Спасибо. Ну да. Он был совершенно счастлив в этот день. Он не мог писать Распутину, но он писал. Наталья Петровна, вам правда помогло лечение старца? Он поставил меня на ноги. Это было большой проблемой для отца. Ну да, помощь заклятого врага. Да, это понятно, понятно. ведь вы не задали своего главного вопроса. Я знаю, что вы мне ответите. Да. Распутин не имел ни малейшего отношения к смерти отца. Знаете, почему я так уверена? Они были врагами, но они были заодно. Быть может. Быть может. Очевидной связи между пророчеством Распутина о покушении на господина Столыпина и участием его в подготовке убийства мною не обнаружено. Зато найден в полицейских архивах засекреченный протокол о задержании старца во время неудачного террористического акта в отношении члена высочайшей фамилии. Спасибо. Присаживайтесь. Вы уж извините, что я вас вызвал в столь позднее время. Ничего, ничего. Передо мной дилемма. Простите, что? Здесь в деле имеются показания нескольких свидетелей. Из этих показаний получается, что Распутин был арестован как подозреваемый в покушении на великого князя. Да нет. Да что вы, господин следователь. Ну что их слушать? Ну, дураломы. Мальчишки, не разобрав дело. Дело-то было разобрано как раз быстро. Распутина-то уже отпустили? Или это было сделано под давлением, а, Свистонов? Ну что вы, господин следователь, как можно? Господин следователь. А с кем Распутин встречался в ресторане накануне ареста? Или он там был один? Нет. Почему один? Со мной, как положено. А, ну да. Ну был там один хлыщ. Сразу мне не понравился. Так куда едем-то? В кабак. Смотри, Григорий Ефимович, пропьешь ты свою силу. Мало таких сильных по богадельням валяется. Ты мне, брат, не давай все деньги пропивать. Как в безобразие начну входить, тоши. А там поедем к сиротам с гостинцем. Понял? Угу. Васька, на аптекарский правильно. Дуй, 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 лежу шарвар. Дуй, 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 дуй. Пойдем. Говори. Шпик. Нет. Писатель. Журналист. Писака. Пошел вон, животное. Гриша! Гриша! Ты что, вранье пишешь? Не надо! Гриша! Правду! Иди своей дорогой! Видишь, человек не в себе! Завтра это будет во всех газетах! Погоди! Разговора хочешь? С Распутиным. По душам. Никого не допущал. Первым будешь. Не надо это. Пьяный ты! Ехай за сапогами. Ну, пошли со мной выпьем. Пойдем. Пойдем. Гриша! Яков получает человечью мозоль, то от Господа Всеблагого знак. Не греши, ибо сказано будет. Мозоль твоя и ножи твои грешны. А вот я не могу постичь, святой отец, вот говорят, вы пьете. Пьете без меры. Развратничаете все. А? Как это так? Святой отец. Пиши. Ага. А ножи у грешника кривы да безобразны. Як буде последнее, на мозолі речет, и да прибудет отринуто, и во веки веков. Понял? Пустая голова. Ни единого слова, святой отец. Сапоги носи по размеру, а то мучиться будешь, как Григорий Ефимович. Расшатайся, я на воздух. И пить научись, елупень. Ваше императорское высочество. Благодари Господа, что греха не допустил. Григорий Ефимович! Григорий Ефимович! Свистунов, забирай своего! Григорий Ефимович! Пошел! Что ж, Генрих Иванович, сам факт того, что Распутин был замешан в террористическом акте… Замешан — неверное слово, Александр Федорович. Замешан. Задействован. Участвовал, был задержан с оружием в руках, а потом отпущен подкупленными или запуганными чинами. Распутин – террорист, прекрасно. И очень важно, что мишенью был именно великий князь Дмитрий. Вы полагаете, это оправдывает дальнейшие действия великого князя? Генрих Иванович, это не входит в сферу ваших интересов. По Распутину чем намерен заняться дальше? Ну, в данный момент занимаюсь так называемой врачебной деятельностью Григория Ефимовича. Ну, все эти чудеса, наложение рук, гипнотический магнетизм. Прекрасно. Шарлатан Распутин. Звучит неплохо. Я доволен. Бог вам помощь, Генрих Иванович. А кого вы намереваетесь допросить по этому поводу? Я хочу поговорить с господином Бадмаевым. Тогда поторопитесь. Он скоро будет выслан. Что, и он опасен? Всякий, кто относится к царю сочувственно и имеет влияние, крайне опасен. У меня по-прежнему масса пациентов из высших сфер. Разумеется, я знаю о высылке. Вы так легко об этом говорите. Говорить вообще легко. Дедушка. Молчать. Дедушка. Гораздо сложнее, господин Свитон. Спасибо. Чтобы молчала моя внучка, надо дать ей конфетку. Но чтобы молчал я, меня надо убить. Может, потому вас и высылают? чтобы сохранить жизнь. Вы хотели говорить о Распутине? Да. Прошу прощения. Конечно, конечно. Петр Александрович, как вы отнеслись к появлению при дворе Распутина? Я приветствовал его. Странно. Ведь он вам был вроде как конкурент. Он не называл себя тибетским целителем. Не лечил травами, не изготовлял лекарств. Нет. Он сделал лишь только то, чего я не смог сделать. Что именно? Он спас наследника. И не раз. Мы подружились с Распутиным. Я лечил его. Аннушка сказала, что ты врач великий, а ты колдун. Хотел бы я уметь колдовать. На, вот выпей. Больно уж погано пахнет. Но ты же сказал, что у тебя голова болит. О, Господь всемогущий, дрянь редко ставит. Надо было похмелиться, чем ехать через весь город ко мне. Не поможет. Потом говорить с тобой хочу. Говори. Снилась мне ночью лодка. Есть у тебя под мою лодка? Зачем мне лодка? Нету. Не жалко. Покататься хочу. Правда, воды боюсь. Брат у меня утоп. Ты же про лодку говорить хотел? Про лодку. Снится мне, будто я лодка. И садится в меня Господь, берет весло и правит так вдоль берега. А по берегу тому люди стоят и молятся. Он на мне плывет, они ему молятся. А потом, значит, Бог из меня выше, и этот сесть хочет. Нечистый. По другому берегу плыть. А там уже сволочь всякая собралась, кричит, к себе зовет. А я мучаюсь. Как мне беса в лодку-то не допустить? Лодка-то я. Ты зачем мне это рассказываешь? Я врач. Я душевные хвори не лечу. Жалко. Голова-то прошла. А это? Петр Александрович, ну известно же, что при дворе было очень много ясновидцев, магов там, всяких шарлатанов. Вроде меня. Ну что вы? Я шучу. Я легко могу объяснить вам разницу между ними и Распутиным. Среди них всегда были интересные экземпляры. Митя Козельский. Слабоумный пророк. Босиком, с посохом, круглый год ходил. Или Дарья Осипова. Полупомешанная эпилептичка. А этот странник Антоний. Совершенно ненормальный человек. Что это за пророк такой, ежели в нем срочная надобность? А он ведет себя, как обычный дурак. Гундит, какую-то нелепицу несет, да еще, прошу меня простить, под себя ходит. Видит блаженный Митя, великие беды от всего безобразного старца, проникшего под личиной благолепной в царские покои. В эту самую минуту явился Митя святой великомученик Пантелеймон. Вред, вред великий от Григория Распутина есть. И покарает десница Господня всякого, кто… Довольно. Этот человек болен. Помогите ему. Но не здесь. Государыня, этого человека афонские монахи пророком нарекли. Возможно, стоит его послушать. Не вы ли, великая княгиня, совсем недавно старца Григория советовали нам так яростно? Почему же вы считаете, что теперь мы должны слушать этого Митю? От того, что Григорий Ефимович не желает служить великой княгине. Ваше Величество, я прошу привести вашу фрейлину к порядку. Слишком громкую роль хочет играть эта женщина при помощи старца. Ваше Высочество, извольте в глаза смотреть, когда мерзости говорите. Сударыня. Неблагодарная скотина. Это уже политика, отец Григорий. Тебя обвиняют в чрезмерном влиянии на дела государственные. Защищайся. Мое дело тебя защищать, государь. Я вас правильно понял? Распутин на их фоне был надежен? Ему не требовались припадки. Когда он брался кого-то исцелить, то видевшим это бывало страшно. Он, ну, как вам объяснить? Он тратил себя. Тратил? И как это выглядело? Вот вы, как врач, как бы вы оценили его состояние? Ну, я бы сказал, спасая чью-нибудь жизнь, он умирал. Значит, по-вашему, Распутин не пытался занять место всех этих полусумасшедших пророков? Нет. Но они искренне ненавидели его. Кто? Лучше всех вам об этом рассказала бы Анна Александровна Вырубова. Вы знакомы? Она в Петропавловской крепости. Как она? В крепости? Это ужасно. Вы даже не можете представить себе, насколько это ужасно. Почему? Я все равно скоро умру. Анна Александровна, Распутин говорил, сколько вам предстоит прожить? Когда государь развязал эту войну, Распутин сказал, что она всех нас убьет. Я спросила, скоро ли. Ты, говорит, проживешь еще лет 50. Мыслим ли это? А он когда-нибудь ошибался в своих предсказаниях? Вам такие случаи известны? А почему же вы считаете, что он должен ошибиться по вашему поводу? Я купил это в ресторане «Аквариум». Вы знаете, все собаки петербургской стороны меня преследовали, пока я шел к вам. Значит, это действительно вкусно. Уже года как три следует говорить петроградской. Ну, здесь пусть меня расстреляют, но я не переучусь. Спасибо. Не спрашивайте, я же понимаю, что вы по делу пришли. А все вот эти маги, целители, которыми кишел весь двор, с появлением Распутина их влияние на монаршее учество ослабло? О, да. И я приветствовала это. Меня ненавидел весь двор. Государыня ждет вас. Скажите, Анна, так ли сладостно хорош старец в постели, как о нем говорят? Вы же знаете, что я не бываю в его постели. Я? Это не я, а вы живете с ним под одной крышей. Не я, а вы погружаетесь с головой в этот позор. Никто не поверит, что вы не сделались его тайной женой. Я для него не женщина. И он для меня не мужчина. Врешь.